Всем привет, мой Ротен Кинг, и сегодня поиграем в Tower Defense RNG, то есть рандомные числа генератор, то есть это у нас рандомные, то есть можешь выпасть от одного, то есть самые изичные, до одного триллиона, то есть это на везение игра, RNG называется. Ролл, ну давай ролл, что за ролл, и кроссбоу, арбалет, куда, сюда, ага. Короче, дефать надо, опа, поехали, лазер. Ну, давай вот сюда. Все, он бьет их. Ну, такое себе. Их апгрейдить можно, в принципе. Окей, еще ролл. О, турелька. Ну, турельку мы сюда ставим, потому что выбора нет. А я должен был нажать, да. Башня. Вот сюда. А как? А, смотри, есть различные типы. Есть у нас башня, есть выход. А у меня выхода нет, а что будет? Friend name, ни хрена себе, Roblox ты выдал. Что за friend name? Ну ладно, так. Продолжаем крутить. Там что-то фиолетовое было, ну-ка. Я хочу фиолетовое. Во, фиолетовое, хорош. Ставим. Плюс 300 хп. Что это значит, не знаю. А, у меня было 100, наверное, и стало 400. Апгрейды. Сколько у меня денег? Вот, сникерс пришел. Прокачай. Зачем мне качать хил? Ну ладно. Я его и так качал, ну ладно. Ага, скорость за донат, понятно. А вот это? Тоже задано, да, вот это. А вот это бесплатно, спасибо. О! Карта поменялась. Я там что-то радужное видел. Капец. Так, это у меня есть, отстань. Легендарное что-то там вижу. Какие-то годли, какие-то непонятные, там какой-то шар. Тут надо мне как бы что-то еще поставить, да, еще лазер. А, переставил. Ух ты, надо еще, значит. Да, отстань ты от своим Нексусом. Что мне нафиг он мне нужен? Миниган, кстати. Миниган можно? Да, отвали ты своим Нексусом. Турелька. А можно еще турельку? А я сюда могу арбалет поставить, мне же два. Ух, там какие-то быстрые. Капец, а прикольно так-то. Придумали, вот придумали же, скрещивают игры, и потом это вообще интересно. Так, что-то новое. Что-то новое выпало, что это было? Оно мне не берется, почему? А как его взять? Икс-2 удача, кстати, какая-то. Что за икс-2 удача? Мне... Блин, а как их взять? Погоди, мне без ролла надо играть. А как мне так упало? Икс-2 зелька, икс-2 удачи, окей. А можно использовать сразу, чтобы я крутым был? Как? Аура? О, прокачать можно. А, удачу прокачал. Какие-то боссы уже идут. Страшненькие. Так. Музыка, музыка, музыка. Автор-ролл. Кат-сцены есть. А как мне тут настроить... чтобы мне... Ну, короче, вот это надо настроить, да. Чтобы больше 50 выпадало, потому что мне Nexus падает, а я не хочу, чтобы мне Nexus упали. Поэтому сейчас будет что-то нормально падать. Типа миниган. Ну, миниган вроде там 3, 30 с чем-то. Да, отстань своим Nexus'ом. Турелька, вон, лазь. А чё они... Во, миниган, вот 84. А как 8... Я его, надеюсь, взял? Я же его нажал. Да, вот нажал. Он автооделся. Окей. Миниганчик. И чё? Ну, миниганчик видно, что имба, потому что миниганчик везде имба. Так, Нексус. Да задолбал мне этот Нексус уже. У меня стоит. Вот, видите, вот. Там 836 с чем-то было. Мне не выпало. Блин. Вот, Нексус. Вот, вот, вот. Почему мне падает еще Нексус? Вот, смотри, сейчас опять в Нексус выпит, смотри. Там что-то на 1000 было. Ну, давай что-нибудь крутое. Вон, 67, это в код, наверное, был. А сколько тут уровней? Наверное, 5. Во, вот этот вход надо мне. Реплей с вот этим. Все, у меня теперь будет больше денег, лечу. Не понял. Они одинаковые. А, Victory! Yeah, сейчас новая карта будет. Пойдем, пойдем проверим. Что за карта? Это что такое? Это что? Это что? Это випка? Пошел в жопу. Нравится игра? Нажми лайк и зайди в группу. Ну там, наверное, в группу просто зайди, лайка там нет. Это обман. Они любят обманывать. Потому что на лайк никак не настроишь. Опа, миниган. Миниган здесь. А почему тут миниган, а не тут? А чё у него радиус такой маленький? Куда мне его переместить? Я хочу его переместить. Ну-ка, давай убери эту фигню. Надо крутить, надо крутить. Я хочу вообще крутым быть. Там людей, наверное, в чате столько глобальных. Ё-моё. Так. 84. Так, а тут ауры еще есть какие-то. Блин, мне только хп качать. А нафиг мне надо качать хп? Жопу надо. Так, ауры. Ящики. Один. Сколько стоит?
А как их получить? За 9 робоксов? А нафига? Типа красиво, опять Nexus. О, спасибо за ивент на все сервера. Нифига, донатер. Сколько стоит? Сколько стоит на все сервера? 400? У нас 4 удачи. Мне сейчас, наверное, должно что-то крутое выпить. Тут зомбаки идут, мне страшно. У меня один мейнган стоит. Там шипы выпали. Опа, шипы, я знаю куда. Блин, их они не одеть, потому что 45. Угу. Какие-то, смотри, разные есть. Смотри, есть обычные, есть какими-то приписками там внизу. То есть там турелька была прокачана какая-то зеленая. Есть какие-то золотые еще, потому что я вон вижу, там золото сейчас прилетел. Вот там токсичный. Так, короче, авторол говно. Надо сейчас самому Инферно, наверное, поджигает, да? Взять. Вот так. Вот так. Все. Нет, даже нет, не вот так, а вот так. Инферно. Что делает Инферно? 5 дамага. А вот тут что? 5 дамага. 5 дамага. Ну, наверное, какая-то у него, видишь, у него есть вкусняшка, ну, трейдс. А, это типа энчантов. Понятно. Ну, привет. Привет, Сникерс. Я тут кручу, у меня тут 500, там какое-то дерево было, или что мне показалось. Там какое-то дерево было. Пилы тоже можно вот сюда, наверное, поставить. Да, я хочу пилу. Можно мне вообще что-нибудь крутое? Что-то какая-то хрень падает. У меня X4 удачи. А, даже не X4. Тут какой-то вот этот челик всем бафает. Спасибо ему. Он добрый. Он задонатил 800 робоксов, чтобы все люди радовались этой игре. Спасибо ему. Реперс, кстати, еще есть. Понятно. Там какая-то легендарная башня или что это? Аугмент. Это, наверное, башня так называется, да? Или что? Турелька. Аугменты, да? Что за аугмент? Могу вообще побегать по карте. Что-то я найду, может. Сникерс зачем-то пришел ко мне из какой-то жопы. Вон оттуда, наверное. Вон он бежит. Может, в центре какие-то приколюшки есть? Вон там какие-то фиолетовые мне штучки падают, но мне они не падают, как бы. Надо крутить. Эмповер там было. Accelerated. Ну, давай. Что за Accelerated? Мне кажется, это что-то быстрое, потому что акселератор есть в ТДС. Ну, не понял прикола. Типа он дольше? Так он с энчантом. Ух ты, ё-моё. Так. Ну-ка. Пока что не понял прикола Инферного. Ой, Accelerated? Может, какой-то есть прикол? Давай крутить дальше, может, что-то выпадет. Ага, хрень. Вон там. Там не хрень выпала, но мне далось в инвентарь. Я живой крестик нажал, да? Чёрт, там что-то фиолетовое выпало, я его промотал. Крестик. А чё, я не могу вот так, чтобы все брать, и потом продам? А их, наверное, продавать можно, да? Ой. Да ладно, Nexus и так легко падают, да? Ага, вот. Ага, вот, что-то мне далось. Давай удалим. Мне за эти деньги не дают, я не понимаю, что это делает. Вот миниган, кстати, 100% возьму, наверное, удалю вот это. Так, миниганчик сюда, у меня теперь 2 минигана, хорош. Вот этого босса, наверное, убьют? Да? Да? Я же надеюсь, да, убили, окей. Апгрейды, о, я выиграл. Стартер пак. Стоит 1127, ну, наверное, за 100 тысяч монет, да, мне кажется, правда. Не обманывают. Ух ты, ё-моё. Островок какой-то, ну давай крутись. Блин, ну тут, короче, все от круток зависит. Может, мне что-то крутое выпадет или что? Тесла! Ну-ка, что за Тесла, Сюда давай. Тесла! Урон 30. Ну, наверное, просто очень большой урон в одного челика. Или он, типа... Ну да, вот он очень медленный. И он с... Плэшем? Миниган с каким-то Empowered Infernal Accelerated. Что? Это берем. Удаляем. Сейчас, наверное, переставим, если я успею, конечно. А я не успею, кажется. А, и все заново. Так, не, вот этот миниган я хочу сюда поставить, потому что тут вообще какая-то имба. А может, у него радиус большой? Стой. Вот у Теслы большой радиус, пусть работает пока что. А вот здесь пусть стоит миниганчик. Миниганчик имбовый. Ё-моё. Ну все, я прошел игру. Изи. Так, и
Lucky Roll каждый день круто. Ну давай, может что-то крутое выйдет. О, еще Accelerated, ну давай. Наверное, вот эту турельку удалю. Зачем она мне нужна, и вправду? Она же хуже. Что за Accelerated, я не понял. У них увеличивается таймер в два раза почему-то. Шипы выпали. С каким-то крутым энчантом. Как мне эти энчанты только зарабатывать, кроме как реперсты, я вообще не понимаю. Но они мне падают. Тесла какая-то имба, она с плэшом бьет большим уроном. Но самое имбовое это у нас пушка, которая... Не, возможно, знаешь, что-то наоборот. Так, наверное, там сейчас где-то плюс 100, типа, в два раза больше будет, да? Икс! Круто! Круто, сейчас я вообще... Ух ты, ё-моё, мне лута начали давать. Ну-ка. Бензопил. А у меня, кстати, шипы все-таки были, да? Надо проверить их, смотри. 25. Так. Что этот инфернал? Ничего не меняется. 5 и 4. 2 и 25. Ну, то есть 2 раза... 5 раз лучше, но радиус 2 раза... Ну, конечно, шипы лучше. Мне вообще понравились пилы, потому что они, наверное, вообще самые имбовые, потому что 75. Ё-моё. Так, у меня есть... Нет, я хп не буду прибавлять. Иди в жопу. О, еще пила выпала. Я хочу, чтобы мне крутой что-нибудь выпало. 1 на 1 000 000 хотя бы. Хотя бы. Всего лишь-то. Не, пока что легко, потому что мне сейчас выпал Тесла и супер-мега-мега-крутая миниганщица. Просто вообще... Ну да. Будем ждать. Не, мне, кстати, денег сейчас много дают. Я заметил. Я очень сильно заметил, потому что у меня... Плюс 300%. Это, можно сказать, x6 монеты. Так бы я зарабатывал в 6 раз дольше. Но видишь, я бы в 6 раз быстрее зарабатываю. Наоборот, это хорошо. Мне это нравится. Я хочу, чтобы мне выпало что-нибудь крутое. Ну вот это у меня уже есть, отстань. Мне новенькое что-нибудь надо, хочу посмотреть. Тут очень много всяких башен. Как их посмотреть все, я не знаю. Тут еще можно купить, в принципе, слоты. Что? А что я покупаю? Можно мне сказать? Что-то покупаю, смотри. А, это, наверное, вместимость. Ага. Максимум можно только 6. А почему так? А, нет, не максимум. А, это вот это мой радиус. Ой, не радиус, это мое, это то, что сейчас у меня в инвентаре. А, ну все равно это хорошо качать. Ну давай, 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 все качаем, все качаем. Все качаем, это полезно. Это полезно. О, мне Тесла выпал. Тесла это хорошо. Тесла всегда хорошо. Уже почти финал там, наверное, сидел. Во, я про вот это дерево говорил. Ну-ка, что за дерево? Это, наверное, фарм, да? Это, наверное, какой-то фарм, или это конец, или начало, не знаю. Это конец. Ух ты, ни хрена себе у него хп. Сколько? 300? Сейчас будет 1600. Ух ты. Он прям корнями защищает ядро наше. Спасибо тебе, мудрое дерево. О, кстати, закончили. И что дальше? Сейчас будет еще больше карт. Ё-моё. Он на рандом, кстати, расставляет башни. Нет, Тесу ты хорошо поставил тут. Вот здесь нехорошо. Здесь, наверное, надо еще этот Тесла. А вот здесь миниганчик нормально, в принципе, справляется. Сюда можно еще Теслу бахать. Сюда пилы, сюда миниганчика. А Сникерс говорит, у меня такое же дерево. А причем он недавно начал играть. Он вместе со мной начал, но он позднее зашел. Значит, ему везет больше, чем мне. Почему-то. И, в принципе, кстати, можно смотреть, сколько у чего роллов. Да, у него 120. Ну, короче, он везущий. Чел, 2000, только больше. Только... Так, мне вот это интересно стало. Пойдем-ка проверим. Дерево только больше. Ты не говоришь, что это Сникерса? Такое же дерево, только больше. Прям такое же. Не, у него какая-то другая карта, это не он. А где Сникерс? Сникерс, он где-то там вроде. Понятно. Я упал. Тесла. Берем. Опять Тесла, ну хорош. Так, Сникерс где-то там. Угу. То есть ему какое-то дерево выпало с шансом, не знаю, наверное, 1 на 1 000 000. Я не знаю, потому что что-то оно слишком большое для... О, Нексус супер заряженный. Нифига себе, надо посмотреть, окей. Погоди, он задонатил, что ли? Не погоди, он задонатил или что? Задонат же, не? Только авто бесплатно. У него 2 жестких арба.
У него то же самое? А-а-а, смотри, у него дерево, это... так это говно! У него плюс 200, а у меня плюс 300, а ты лошара. Я, кажется, круче все-таки. Не, а у него два вот таких суперкрутых, это на 797. А почему такой урон большой? А, но он медленный, кстати. Очень медленный. Прикинь, тут есть башню, которая 0.1. То есть, это сколько? Это раз в 10 секунд. О, Roll Speed, спасибо тебе. Опять этот чел. Он что, донатит? Надо посмотреть, что за чел. Надо прям реально посмотреть. Что-то интересно стало. Что за богатенький челик. Делать ему нечего. Тут какие-то другие зомбаки уже. И такие же, но у них какие-то пупырки появились. Я не помню. Опять Тесла, да, отстань. Апгрейд. У меня уже 100 тысяч. Я хочу, наверное, на удачу накопить. Тут сколько? Ох, дофига тут качаться, короче, ладно. Если что, ссылка на эту интересную игру в описании. Может, тебе что-то крутое выпадет, а может и нет. Но мне что-то не везет. Такое себе повезло, мне самое крутое это вот это. Все, больше ничего нет. Грустно, грустно, но может я круче стану после видоса, пока я тут АФКшить буду. Ну, посмотрим. Ну, с вами был Робот Инкинг. Всем удачи и всем пока.